Verin, 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 verin. Verin, 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 verin. Как было означено в предыдущей программе нового цикла «Стамбул. Культурная столица Европы 2010», в городе открылось два больших центра современного искусства. Сегодня мы посетим центр «Рампа», создание которого было инициировано Васифом Картуном. И немного прогуляемся по городу, который любит и понимает писатель, лауреат Нобелевской премии Архан Памук, который он и описал в своей книге, но и Васиф Картун также. Открылась рампа, начала свою работу с большой ретроспективной выставки Чингиза Чекиля. Значимое имя в современной Турции. По окончании Академии искусств в Анкаре он закончил еще и Эколь Националь Супериор де Бурзар, высшую школу изящных искусств в Париже. Его работы были представлены в Бурже, Париже, Бергамо, Висбадене, Берлине, на 4-й Стамбульской биеннале, 5-й манифесте, а также на последней, 11-й Стамбульской биеннале был его спецпроект. Рампа на своих 900 квадратных метрах экспозиционных площадей впервые являет ретроспективу Чингиза Чекиля. Здесь работы 1974 года, 76-го, 77-го, 87-го, 94-го и этого 2010 года. Визуальные структуры Чингиза Чекили строятся из повседневных обиходных материалов и отсылают к европейской практике арт-брют. Буквально брют – грубое, неотесанное, сырое, неотделанное, неочищенное. Все знают вес брута, чистый вес, без примесей – арт-брют. Знаменитыми – нет, легендарными – стали его объекты «Железная земля», «Медное небо» 75-го года и «Раздавленные в куски», хотя точнее и по-украински «Розчавленные до шматків» 1998 года объект. А сейчас интервью с самим Васифом Картуном, куратором 3-й Стамбульской биеннале, сокуратор 9-й Стамбульской биеннале, сокуратор Тайпейского биеннале 2008 года, 24-го в Сан-Пауло, 98-й год, 2007 год в Венецианской биеннале,
Васиф Картун преподавал в Бард Колледж. Ты достаточно известен, даже знаменит. Что ты с этой знаменитостью делаешь? Я не думаю о своей известности. Я знаю только, что некоторые побаиваются меня. Некоторые не желают даже со мной знаться. К примеру, моя супруга отказывалась в свое время знакомиться со мной. Но ведь у тебя же есть свой круг друзей, единомышленников, с которыми ты работаешь, реализуешь свои, ваши идеи. Васиф Картун – это некая абстракция на сегодня. А между мной реальным и этой абстракцией имеется зазор. Даже когда я что-то говорю, уже порождается абстракция. Это отторгается от меня и вписывается, переплетается с иными, подчас чуждыми мне абстракциями других людей. И это последствия того, что ты известен, и потому твои слова интерпретируют. Ну и потом мы все смещаем, shift. Нечто смещается, или все даже. И в результате получается абсолютно глупое нечто, а иногда даже что и любопытное. Этот проект в рампе, он очень софистичен. Чистый, эстетский, подать арт-брют, эстетский. А что, если зрители воспримут это неадекватно? Этот проект с Чингизом возник еще в 2001 году. Он зрел, видоизменялся. Чингиз Чекиль – значимое имя, личность. Знаешь, он важен для нас здесь, но он не тот, кто на картинке, на виду. Он не публичное лицо. Верно, он уехал в маленький городишко и там делает такие вещи, сильные и скромные. И сейчас я будто выпустил в мир эти вещи, которые воспринимаются сегодня фактически уже как музейные по значимости. Я хотел, чтобы из темноты и тесноты вынести эти объекты на поверхность, в стерильно чистое большое пространство, изменить их окружавшее на деле и до силы. Mm-hmm.